идите нахуй, идите нахуй, 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 идите нахуй, идите нахуй, идите нахуй, 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 идите нахуй. Привет, друзья! С вами Бол. И сегодня хочу поговорить о таком празднике, как 1 сентября. Сейчас, наверное, многие скажут, какой это праздник, это ужас! Я не могу не согласиться с этим, поскольку для кого-то это ужасный день, для кого-то это, не знаю, радостный день, может, какой-нибудь другой. Может, кто-то идет в первый класс, ему на радостях, в первый раз ощутиться в школе, почувствовать себя более-менее самостоятельным, получать знания, может, кому-то это и нравится, а кому-то это нет. По большей степени я негативно отношусь вообще к школе и к 1 сентябрю. Лишь из-за того, что я ненавижу свою школу, я ненавижу свой класс. Во-первых, что могу сказать о своем классе? Мой класс — это сборище всяких мудаков, пидорасов и шлюх. И я почти что ни с кем там не общаюсь, поскольку я считаю, это просто пиздец, как уродски будет выглядеть лично для меня. Поскольку я не знаю, какие общие темы можно с ними найти, кроме того, как про школу и поговорить про учителей. Больше никаких тем с ними общих нельзя найти лично для меня. Я общаюсь там максимум с одним, с двумя людьми. И все, на этом мой круг общения в моем классе заканчивается. А про школу я вообще говорить даже боюсь. В честь того, что просто, начиная от самих учителей и начиная от преподавания самих предметов, именно как это все подносится. Вот в многих школах, например, есть труды, где-то, не знаю, мальчик там что-то пытается делать, там, не знаю, тоже что-то там, например, стул делать, что-то, или не знаю, такие школы вроде еще есть, есть. А вот на это я точно знаю, что есть такие школы. Но у нас нету, вы понимаете, у нас нету этого. У нас где раньше был кабинет труда, у нас забили на это нахрен и сделали тренажерный зал. Вы вслушайтесь, тренажерный зал, мать его, тренажерный зал, блять, ради каких-то, сука, футболистов, блять. Каких-то пацанов, которых, сука, перевели из других школ, блять, в нашу школу, и, сука, ради них сделали тренажерный зал, который они весь к хуям разъебали. Понимаете, разъебали к хуям. Это даже слабо скажет на то, что они разъебали. Извините, что я оговариваюсь, я просто сижу, ем суши и пытаюсь записать что-то, не знаю, что-то сказать. И поэтому я не знаю, чем двигалась школа. Конечно, они даже поле возвели прям во дворе школы. Конечно, это пиздец. Это пиздец. Я, конечно, не могу просто ничего сказать по этому поводу. Лично для меня это, конечно, пиздец. Но я еще не люблю свою школу из-за учителей, из-за персонала, которым большинство учителей даже срать просто на учеников, на детей, которым лишь бы просто посидеть, заработать деньги, свою зарплату грешную отработать и свалить нахер домой и не думать вообще о школе, о чем-либо другом. Конечно, есть некоторые учителя в моей школе, которые относятся с любовью к своей работе, которым нравится своя работа. Им нравится, да, вот некоторые прям учителя есть, несколько штук. Вот они, да, вот они хорошо относятся к своей работе и к ученикам. А большинству вообще пофиг, как будто они ходят просто чисто заработать денег. А им просто на это срать. К чему я веду? То, что лично у меня впечатления от школы остаются никакущие. Мало того, что у меня класс полностью ебанутый. Как вы знаете, как вы видели по моим блогам, я жирный. Да, я жирный, это ни для кого не секрет. Вот что бы делали нормальные дети, они бы никак не реагировали. А мой класс меня постоянно шпыляет, именно условно, да. И мне это вообще никак неприятно. И мне вообще как-то неохота это слушать. Это еще одна причина, почему я ненавижу свой класс. Поскольку им просто похуй, что испытывает человек, когда они кого-то оскорбляют. Они видят что-то с кого-то, какого-нибудь смешного, они сразу ржут и просто, ну, в общем, вообще, везде есть такие люди. В общем, я не люблю свой класс, это однозначно. Особенно также свою школу.
Что я могу сказать о своей школе? Это правда, не знаю, для меня лично неприятное место. Я сколько смотрел на другие школы, сколько слушал от моих друзей, которые учатся в других школах. У них ситуация стоит намного лучше, чем в моей. И почему-то у меня даже появлялись мысли перевестись в другую школу. Но нет, я как начал учиться в этой школе, так я и закончу учиться в этой школе, чтобы отбыть этот, сука, сраный срок. Кого-то сажают там в тюрягу лет на 30, а меня, блядь, посадили на 9 лет. Я их отсижу в этой сраной школе. Я, правда... должен отсидеть. Поскольку я уже в 9 классе, мне нужно отсидеть всего лишь один год и сдать экзамены и свалить нахрен отсюда. И потом я, наверное, завяжу ролик о том, что же я буду делать дальше после школы. И вообще, короче, впечатления сейчас на данный момент у меня в школе складываются абсолютно негативные. Как многие взрослые говорят, то, что ты, когда уже повзрослеешь и будешь вспоминать школу, и тебе будет хотеться вернуть это время. Лично для меня это будет не так, поскольку я не захочу вернуть это сраное время. Я ненавижу эту школу. Это я вас точно заверяю. Лично для меня вот такое 1 сентября выдалось. А размышлением, почему я ненавижу школу, почему я ненавижу свой класс, почему я все это вообще рассказываю. Все это 2 дня у меня буквально выдались все в таких мышлениях. В итоге, что я вижу? Я прихожу на линейку и вижу те лица своих одноклассников. И мне как-то вообще похуй на них. И я вспоминаю то, что я их ненавижу. И на этом я заканчиваю, сука, этот видеоролик. Если вам понравилось мое, так сказать, изречение моих мыслей, моих эмоций по этому поводу, то напишите комментарий. А с вами был Пол с 1 сентября, засранцы. Что это за хуйня была? And